Такая у нас девочка сегодня. У нее что-то с лапками. Одну лапку она держит все время на весу, задняя лапка. Похоже, что ее сбили. А еще девчонка у нас вся-вся-вся в клещах. Ой, похоже, что ее сбили, к тому же, мне кажется, она беременная. Что животик надутый. В общем, завтра повезем к врачу. Будем делать снимки и смотреть, живы малыши или нет. Ой, непонятно, что с малышкой. Но когда трогаешь лапку, она дергает и не дает. Да, моя девочка, все. Новый сюрприз с дороги. Вот такая малышка у нас. Да, детка? Ты моя хорошая. Мы назовем ее Бруклин. Брукли. Брукли. Красивая девочка Брукли. Вот так. Пока она в ванной. Пока мы ее обследуем и посмотрим, чем ей можно помочь. Купать пока ее нельзя, но она очень-очень грязная. И девчонка замечательная. Ласковая, добрая. Ей больно, но она терпела, пока ее забрали. Ты моя солнышко. Ты моя хорошая.